Сегодня у меня новое путешествие. Я еду в Далат. Это порядка 300 километров от Хошимина. Так что все время сегодня буду находиться в дороге. Еду на автобусе. Получается цена билета $13. Это одно из транспортных агентств, коих в Хошимине великое множество. Просто мне понравилась здесь цена. Так выглядит Sleeping Bus, как они называют, лимузин. Это самый крутой автобус на территории Вьетнама. Как видите, индивидуальные кабинки, где вы можете поспать, посмотреть телевизор, бесплатный Wi-Fi, кстати. Ну и где-то в часов 8 утра, начало 9, мы отправились по направлению к Далату. Видите, какой у меня крутой пентхаусный номер? Лимузин, одним словом. Это я, такой красивый. Немножко измучен, потому что вечером приехал, почти не спал и снова в дорогу. Ну вот мы переезжаем мост. И прощай, Хошимин. Впереди ждет приблизительно 200 с лишним километров. Дорога сперва была ровной, а потом постепенно шла в гору, так как Далат находится на высоте 1550, кажется, метров над уровнем моря. И постепенно из ровненькой дороги она превратилась в серпантины, горы. Так что будьте внимательны, те, кого укачивает. Прихватите с собой препараты специальные или выберите другой вид транспорта. Автобус по пути сделал две остановки. Одну сделал прямо на заправке. Вот так выглядит автобус лимузин Кумхо Самко фирмы. Здесь вы можете кое-что себе прикупить, если очень-очень проголодались. А это цены для тех, кого интересуют цены на бензин вообще. Ну и дальше, как я вам и говорил, дорога постепенно идет в гору. Автобус едет неспешно. В принципе, не холодно, кондиционер не особо холодит. И где-то часа спустя два от Хошимина делает снова остановочку у забегаловки, скажем так. Здесь я ничего не покупал, потому что возле трассы. Здесь есть такой небольшой супермаркет, но что здесь покупать, я так и не понял. Во-первых, цены по сравнению с Хошимином это в два раза выше. А во-вторых, какие-то непонятные надписи, что-то на китайском, что-то на вьетнамском. Ну, я не рискнул. Просто показываю вам сейчас этот мини-маркет. Он идет по кругу, а по центру небольшой фонтанчик, и там плавали рыбки. Здесь же автобусы принимают душ, как вы видите. Ну а я немножко отдалился от этой кафешки и заснял немножко природу. Природа здесь — это очень красивые места. И сюда лучше ехать, конечно же, не на автобусе, а если есть такая возможность, взять в аренду автомобиль или же взять в аренду мотобайк. И вы себе везде, где захотите, остановитесь, поснимаете, видео сделаете классные, отдохнете.
потому что мест таких здесь просто огромное множество. Но автобус, жаль, не делает остановки. Есть хорошие панорамные места, кстати, где можно сделать, ну, просто очень классные снимки и видеосъемку. Ну, а мне в этом плане не очень повезло. Но из окна вот такие виды были. Постепенно тропическая растительность сменилась растительностью, ну, скажем так, даже похожую на Карпаты. Кто был в горах Карпаты, видел там сосны, папоротник и все такое. Так вот, здесь все то же самое. Просто один нюанс в том, что сосны здесь абсолютно не выдают никакого запаха. Они вроде бы есть, но только визуально. По запаху это абсолютно не хвойный лес. Здесь ничего не пахнет. Такая вот беда. Пока еще не испортил здесь уборку, покажу вам свой номер. Он такой. Здесь вентилятор, но и не нужно ничего, потому что здесь холодно. И вид. Вид просто ошеломляющий, смотрите. Можно никуда не ходить и наслаждаться отсюда видами. Это мой пентхаус и виды с него. Цена номера? Да всего 5 баксов в ночь. Великолепно, правда же? Отель называется Кхач Сан Май Тхуа 1 Тхао Ван. Это все на вьетнамском. И разговариваю здесь только на вьетнамском языке. Но это же не беда. Есть переводчик. Или же на пальцах можете пообщаться. Хозяин очень классный и помогает буквально во всем. Вот вам наводка на букинге. А дешево обошелся мне этот номер потому, что он рассчитан на вьетнамских туристов. И я его случайно нашел на букинге. Он только там зарегистрировался, и я тут же забронировал. Поэтому я отдыхал в свой кайф. 5 баксов.